Да, определенно классный ракурс. Хотя нет, на самом деле классный ракурс, так вы не видите моего лица. Ладно, привет. Так, надеюсь, мой телефон сейчас не завибрирует, мне никто не позвонит. Хотя, очевидно, мне никогда никто не звонит. И мой телефон нахрен не упадет вниз, потому что видели бы вы сейчас конструкцию, на котором он стоит. Ну что ж, ребят, мои влоги выходят на абсолютно новый уровень. Потому что сегодня я буду убираться у себя в квартире и снимать это на влог. I'm insane! Понимаете, в чем дело? Я свинья. Думаю, по мне видно. Да. И сейчас моя квартира не в очень-то чистом состоянии. Мне нужна помощь. Представим, что это весь срач. А это моя квартира. Понимаете, о чем я? Также представьте, что это необходимость убраться у себя в квартире. А это моя лень. Ну и также представьте, что это я, а это решение всех моих проблем. Как видите, это несовместимые вещи, потому что я ленивый кусок дерьма. Возможно, некоторым покажется, что это пипец как, блин, скучно. И я с вами согласен. Но тем не менее, я заметил такую тенденцию, что когда я убираюсь, происходит просто очень много всякой херни. Ну так вот, когда во время уборки происходила всякая фигня, я такой... почему я это не записывал? И сейчас я это записываю. И если какая-нибудь херня не произойдет... И нет, я сейчас не разговаривал с призраками, которые у меня в квартире. Это какой-то подарочный морс с доставки, который лежит у меня месяц. Что-то перехотел с морса, я лучше воды попью. Также я подумал, будет интересно... Нет, может быть, будет интересно, если я буду проводить уборку своей квартиры в костюме ревизора. Помните, кто это? Ну... Та блондинистая баба, которая проверяет пыль в ресторанах. Не помните? Какая я все-таки красотка. Ну и слава богу. Ну я, в принципе, вам уже напомнил, кто это. Была такая программа, может, сейчас и есть. Я просто смотрел последний раз ее 3 года назад. Где ведущая ходила по ресторанам и проверяла в них все... Я бы точно не стал ведущим с такой дикцией. Ну ладно. Так вот, ведущая ходила по ресторанам и проверяла их на наличие микробов, пыли и так далее. И проверяла на эту пыль своей коронной белой перчаткой. Я надеюсь, я сейчас... Я думаю, не вступил ли я случайно в какую-нибудь секту, делая такие движения? Ну и по-простому говоря... Да. Я буду точно так же искать пыль у себя в квартире. И в конце этого видео я даже подсчитаю общую оценку, как делает сама ревизора в своем шоу. Насколько чисто или грязно у меня в квартире. Короче, я в полной жопе от самого себя. Зачем я это делаю? Ладно. Так, сейчас я надвигаю свою спальню, где у меня лежит костюм ревизора. Звучит странно, но ладно. Некоторые, наверное, спросят: Брайан, что у тебя в спальне делает костюм ревизора? На что я не отвечу. О, кстати, тут даже перчатки в кармане уже лежат. Так, остался у меня только... Fuck off. Отвалился... Ой, что? Остался у меня только парик, да? Да. И многие также, наверное, спросят: Брайан, откуда у тебя парик ревизора? Это все потому, что я делал пародию на ревизора. Все вопросы ушли. Ну что ж, тогда идемте. Так, а в этой комнате у меня мой ребенок, но мы не будем об этом говорить. Долгая история. Тебе пора спать. Так вот. Так вот. Я умею обращаться с детьми. Так вот, в этой комнате лежат все мои парики, которые я использовал в своих скетчах когда-то. Так, а кстати, не помню, а у меня вообще твою мать! По-моему, у меня даже не осталось этого парика, потому что он... пострадал в одно время. Окей, про то, что я сейчас жестко навалил штаны, думаю, вам не надо рассказывать, да? Знаете, это просто моя тактика. Все делать на двухсторонний скотч. Тут нужно было прикрутить гвоздики, а я просто наклеил двухсторонний скотч и приклеил его к стене. Вот что-то типа такого. Как видите, оно не особо держится. Так вот, у меня, по-моему, не осталось даже этого парика от ревизора. А, нет! Он у меня есть! Ну, в таком случае, отлично, у нас есть все, что нам необходимо. Так, тогда сейчас я пойду попью водички и вернусь к вам. Блин! Ну, здорово, блядь.
Я просто представил какую-нибудь рандомную повариху из 9-й школы. Почему-то этот образ мне только это напоминает. Ну ладно. Козюля. Как я выгляжу? Это что, ревизора Glow Up Challenge? Окей, выгляжу я как-то так. Ну, в общем-то, очень по-деловому выгляжу. Ну что ж, раз уж мы в этой комнате, давайте начнем проверять эту комнату. Да. Вау, вы это слышали? Как я сделал такой низкий голос? В один момент мне даже показалось, что он у меня наконец сломался. Но нет, поэтому продолжайте наслаждаться моим писклявым высоким голосом. Ну что ж, проверка началась. Как меня бесит этот голос. Можно я не буду им говорить? Оу, фак. Давайте. Новый год закончился, бич. Ну что ж, давайте проверим. Перчатка до проверки. Вы, наверное, не видите, но она пипец какая грязная. На ней много всяких мелких, короче, всякого говна. Ну вы поняли, да? Я бы не сказал, что здесь супер пыльно. Здесь скорее не пыльно, а скорее всего, короче, много всякого говна здесь. Твою мать, что я несу? Только представьте, если бы ведущая в оригинальной программе точно так же все комментировала. Здесь скорее не пыльно, а скорее всего, короче, много всякого говна здесь. Так что я поставлю минус за это. А мне нравится, если не учитывать тот факт, что мне потом после этого всего убираться. Ну и мы не будем о плохом. Собственно, давайте посмотрим количество пыли на этом зеркале. По-моему, я его никогда не протирал вообще. Тупые волосы лезут. Да, блин, как вы ходите с этим говном? Как вы видите, здесь капец как пыльно. В оправдание скажу. Хер его знает, что сказать, поэтому минус. Пипец! Ой, вы меня видите? Так, я почистил перчатку. Следующее, что мы проверим, это PlayStation. Слушайте, ну... PlayStation довольно-таки чистая. В принципе, можно и плюсик захерачить. Проверка розетки. В целом, эта комната прошла проверку где-то на 3 из 5. Короче, херово. Фак, ко мне пришел курьер, мне нужно быстро переодеться в нормальную одежду, потому что я не могу в этом виде встретить его, твою мать. Еда у меня. Собственно, я поел, и мне точно нужно опять переодеваться в костюм ревизора. Ну что ж, следующее, что мы будем проверять, это кухня. Микроволновка. Посмотрим. Чисто! Бэч, стаканчики. Чисто. Лампа. Чисто. Посудомойка. О! Холодильник. Так, а вот и первая просрочка. Но в остальном холодильник вроде чистый, потому что относительно недавно я его мыл. А вот то, что на холодильнике, я даже боюсь туда руку класть. Кухня, разочарование. 2 из 5. Окей, прежде чем мы начнем проверять гостиную... Господи, я выгляжу как будто мать 6 детей, которая торчит под крэком. Ну ладно. Так вот, прежде чем проверять гостиную... Мы проверим чулан. Это то, о чем я вам говорил. Я говорил вам про то, что у меня есть зависимость все клеить на двухсторонний скотч. Как видите, это всегда плохо работает. Я не знаю, почему я продолжаю это делать. Господи, я испугался самого себя. Только посмотрите на меня. Вот сейчас я точно выгляжу как мать 6 детей, которая торчала под крыком лет 5, наверное. Окей. Это, наверное, самая засранная комната из всех в моей квартире. Чьи-то непонятные рубашки потные. Чьи-то конечности валяются. Господи, нашли где их хранить. Я вот свои в морозилке храню. Ну, про это я вообще молчу. В общем, с чуланом все понятно. Минус 1 из 5. Ну, хотя, с одной стороны, чуланы подразумевают под себя такого типа комнаты, так что... Забудем про это. О, господи. Ну, блин, оно падало каждые 10 минут. Я просто сдался, как вы видите. Гостиная, бич. Подушки разбросаны. Повсюду валяются открытые посылки, которые дарят этой неблагодарной мразоте, а он их тут раскидывает. Вот же чмо. О, господи, чьи-то волосы. Давайте попробуем проверить данный стол на количество пыли. Эм...
Что у нас под диваном? Вау, на самом деле под диваном достаточно чисто. Можно и плюсик захерачить. Самое интересное, сколько же пыли находится на этих картинах? Потому что я их никогда не протираю. О, жесть какая! Я так и думал, на самом деле, что так и будет, потому что я их никогда не протирал. Собственно, зал проверку не прошел. 2 из 5. Время подвести итоги. Собственно, кто мне пишет? Как эти друзья задолбали. Это Facebook. Собственно, ревизора провера... Что? Ревизала... Блин, да что со мной? Окей. Ревизала... Фак. Я хотел сказать, что программа ревизора не рекомендует проживать в квартире у Brain Maps и посещать его квартиру вообще, иначе вы просто умрете. Ни одна из комнат не набрала больше, чем 3 балла. Подводя итоги, можно сказать то, что я проверил всю свою квартиру, она не прошла проверку, и у меня не осталось сил, чтобы убираться. Потому что сейчас 10 часов вечера. Obviously. Зачем тогда я снимал это видео, если я просто убедился в том, что моя квартира в говне? И не стал даже убирать ее. Ладно, я сделаю это завтра уже не на видео. И мне надоел уже этот парик, я выгляжу как сраный рок-музыкант. Собственно, ребят, на этом все. Не знаю, в чем смысл этого видео, но тем не менее, надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро с вами увидимся уже в новом видео. Ну а я пошел снимать себе этот костюм и больше никогда его не надевать и сжигать. Понимаете, о чем я? Пока!